Приветствую вас, друзья, недруги. Вот какое дело. Здесь обсуждал со своим коллегой ролик про Джилл Байден, про супругу американского президента. И он мне говорит, ну что вообще, в принципе, хорошего в этом мудаке, в этом старом педофиле, страдающем деменцией. Ну, речь о президенте США. Я, знаете, нашелся, что ему ответить. Я сказал... Есть хорошее, в нем есть хорошее. Он ирландец, а ирландцы крутые. Вы знаете, что ирландцы, они ведь никогда не будут братьями с англосаксами, потому что еще до того, как негров стали завозить в Америку, туда в качестве рабов возили именно ирландцев. Это white slavery, белое рабство называется. Да-да, было такое. Ирландцы — это люди, у которых... расизм просто часть их культуры. Это очень прикольно. И у них специфическое чувство юмора. Про англичан говорят, что у них свое чувство юмора. У ирландцев тоже. Посмотрите сейчас. Вот ролик мне попался забавный. Ирландец перед смертью записал на диктофон несколько реплик и попросил включить их во время похорон, когда гроб будет уже опущен в землю, он там говорит, выпустите меня отсюда, вы там достали, мне здесь не нравится. Hello? 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 Let me out! Where the fuck are we? Hello? Hello? Let me out, the fucking bank in here. Who the fuck am I? Is that that priest I can hear? The fuck? Let me out, hello? Hello? Fuck your ass. Stop, I can hear you. Hello? Hello, please. Hello. Who's that? Hello? He's in shame, me, I'm in the box. No, I'm fucking front of you, I'm dead. You're gonna hear that. Hello again, hello. I just called to say goodbye. I'm gonna die, I pray to say. Hello again, hello.